Меня зовут Олег Грибов, мне 49 лет. На сегодня у нас 11 мая 2020 года. Я по жизни занимался кибернетикой связью и телемеханикой на объектах энергетики. Но пришло время, и жизнь мне подсказала, что я занимаюсь чем-то не тем. Начал искать свое предназначение, и на пункте, когда надо искать те занятия, когда я занимался в свободное время, непринужденно, в творческом порыве, я понял, что всегда я интересовался, как работает человек. Его психика, его внутренними процессами. Моими кумирами были Нарбеков, Торсунов, Хакимов, Тони Робинсон. И коучинг пришел в мою жизнь. Я начал интересоваться, что и как, и набрел на материалы ВКонтакте Павла Колесова. Послушал касты и послушал, насколько подается удобно, комфортная информация. Чувствуется профессионализм, чувствуется та польза, которая приходит на лекциях, на вебинарах. Я решил списаться в школу коучинга устранения внутренних конфликтов, потому что, прослушивая некоторые сессии, для меня было много азаризмов. Так вот, я сразу вписался в тариф платинум. Почему? Потому что не хотел выходить на полумерки, и мне интересен был и важен максимальный результат. На сегодняшний день я прошел второй модуль. И какие результаты? Я провел около 40 коуч-сессий. Я чувствую себя вдохновленно. Каждая коуч-сессия мне приносит огромное удовлетворение в качестве коуча. В качестве клиента я устранил у себя множество внутренних конфликтов. На душе легкость, в теле расслабленность. Отлично идут растяжки, я бегаю в трансе длительной дистанции, ну, от 8 до 12 километров систематически. У меня наладились отношения в семье, я вижу огромные перспективы действия по жизни своей. Я твердо намерен строить свою карьеру в коучинге устранения внутренних конфликтов, как я понимаю, что это очень важная деятельность, которая помогает людям устранить внутреннюю боль, с которой живут они постоянно. Устранить те внутренние блоки успеха, которые не дают обществу развиваться в правильном направлении, не дают предпринимателям успешно строить свой бизнес. Что интересного и полезного для себя нашел? Усилилось ощущение и чувство любви к себе. Это отважный вопрос, очень обширный и закрыт для нормального человека. Вот, и потому любовь к себе – это важная часть жизни человека, жизни каждой личности. Что еще я нашел для себя? Это то, что только платные курсы, платные занятия, только тогда, когда мы отдаем ценность, мы можем получить ценность для себя взамен. Через любовь к себе погружаясь во внутреннего ребенка по Эрику Берну. Это та часть личности, это душа человека, которая всемогущая, которая дает огромный ресурс. И при возврате энергии, которые были потеряны в детстве, приходит невообразимое жизненной трансформации. Мне очень понравились практики взаимных коуч-сессий в рамках школы коучинга. Это что-то удивительное. И эффект приходит почти такой же, как с профессиональными коучами. Все тут зависит от готовности клиента открыться и твердо решить и идти к устранению своих внутренних конфликтов. От всей души благодарю Павла Борисовича Колесова за такой чудесный курс с огромной пользой для меня.
И рекомендую всем, кто желает быстрой трансформации, действительных результатов по жизни, идти в школу коучинга. Даже если вы не станете коучами, то вы много для себя возьмете для своей жизни и для того окружения, которое вы будете изменять через изменение себя. Всего всем доброго, всем успехов, удачи, счастья и радости. Кого его не хватает, то в школу коучинга все просто и легко вам станет в этой жизни.